Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы с вами полистаем вместе каталог номер 12 от компании Oriflame. И мы не просто будем листать картинки, я вам покажу всю продукцию, которая есть у меня в наличии, расскажу, что мне нравится, что не очень нравится, мы все попробуем, и вам будет легче выбрать для себя продукцию и рекомендовать ее другим людям. Приступайте к просмотру. Каталог номер 12 начинает свое действие с 24 августа и закончится 12 сентября. Итак, посмотрим, что в этом каталоге будет интересного, потому что много акций и классных предложений. Нас ждет новинка. Это тушь для ресниц из серии The One с изогнутой кисточкой, и эффект у туши будет нарощенные реснички. Я обязательно себе такую тушь возьму, тем более здесь с витаминчиками Е есть для питания ресничек, и эта тушь у нас участвует в интересной акции. Я тоже хочу, чтобы мои ресницы были приподнятые, длинные и пушистые, и тушь еще и не смазывается, можно наслаивать, не осыпается, разделяет, не образует комочков. Мне все это очень нравится, хочется быстрее попробовать. Итак, в чем смысл акции? Если ваш заказ из каталога будет на 500 рублей со страниц, начиная с 3 по 23, третья страничка у нас как раз с тушью. И смотрите, важное условие, что в эти 500 рублей должна быть включена новинка, тушь для ресниц, о которой мы сейчас с вами говорили. И тогда вы получаете в подарок мини-спрей изысканного аромата Eclat Mon Parfum. Это вот такой аромат, я его просто обожаю, и поэтому получить 8 миллилитров маленькую упаковку, всего лишь сделав на 500 рублей заказ, включая тушь, это круто. Давайте посмотрим, какие странички входят в эту акцию. Итак, помады, серия The One 5 в 1 ультракремовая, вот так будет выглядеть помада, 25 или даже 26 супер чудесных оттенков, так что аж трудно выбрать. Мой цвет 35-168, розовая дерево, я вам буду демонстрировать помады. Смотрите, плотная, яркий сочный цвет сразу ложится, помада кремовая, и она приятная на губах, то есть она ухаживающая. Сначала, когда я ее попробовала, мне не очень понравилось, но когда я ее распробовала, я хочу сказать, что эта помада сейчас, как вы видите, у меня одна из популярных. И если я не знаю, что накрасить, например, я сомневаюсь, или мне некогда выбирать оттенок из моих 30 помад, то я просто беру эту и знаю, что это безошибочный вариант практически под любой гардероб. Помаду рекомендую. Выбирайте цвет, чтобы вам был по душе. По цветам можно выбрать. Также у меня на канале есть видео, где я тестировала каждую из этих помад. Я потратила на это целый день, потому что красить, стирать, ухаживать за губами, ждать, когда они восстановятся, особенно к концу, это было непросто. Поэтому обязательно посмотрите это видео и напишите там комментарий. Следующие помады тоже входят в акцию. У нас атласные, матовые, супер стойкие помады карандаш. Смотрите, как они будут выглядеть. Вот такие маленькие карандашики, удобные. У меня оттенок самый темный, но, на мой взгляд, эти цвета уже сейчас не в моде, хотя, может быть, я ошибаюсь. Но как-то, мне кажется, бум прошел уже на эти оттенки, но они еще пока у нас есть. Я покупала этот цвет дочке, она мне его уже давно отдала, я его просто держу для того, чтобы демонстрировать, как выглядит помада. По качеству мне очень нравятся эти помады, у меня есть из другой серии, более такой цвет, как сказать, малиновый, глубокий малиновый такой оттенок, я им иногда крашу, мне безумно нравится, как помада лежит на губах, поэтому я ее смело рекомендую, и от моих клиентов рекомендации тоже самые классные. Следующий разворотик у нас входит в акцию карандаши для глаз и карандаши для губ. Вот для глаз у меня нет ни одного карандаша из этой серии, а для губ целых два. Карамельный, вот такой оттенок. По качеству карандаши шикарные. Действительно, если мне нравится, то нравится. Я позже буду показывать другие карандаши, которые мне не нравятся. И шоколадный. Оттенки
Здесь разнообразные, есть холодные, светлые, темные, для красных помад. В общем-то, я вот эти два карандаша использую для всех теплых оттенков, кроме коралловых и рыжих. То есть все такие теплые, мягкие оттенки у меня работают как раз два карандаша, и я их иногда смешиваю. Сейчас покажу. То есть я наношу, например, сначала светлый или темный, и кисточка их растушевываю, и получается такой более нейтральный оттенок. Так что всегда можно что-то придумать и выглядеть классно с помощью наших таких классных продуктов. Далее, тушь для ресниц с эффектом кошачьих глаз. Да, тушь хорошая, я не могу сказать, что она стала моей любимицей, нет. Все-таки я больше люблю кисти, когда они или силиконовые, мне очень нравится тушь 5 в 1. Мне тушь это все же понравилась, удобная форма щетки за счет того, что у нее форма как песочные часы или форма глаз. Если вы видите, тут как раз вот здесь вот такой прогиб, и этот прогиб позволяет классно прокрашивать ресницы сразу весь глаз. То есть мы подносим, поднимаем, чуть-чуть делаем зигзаг, чтобы расправить реснички. В общем, тушь достаточно классная, и мне нравится ее дизайн, поэтому ее смело можно рекомендовать любителям больших объемных кистей. Точно не проиграете. И тут будет новый новинка, стойкий маркер подводка. Ранее у нас уже был маркер, и я им всегда была довольна, и думаю, что этот будет еще лучше. Как обычно, у нас продукция только улучшается в качестве. Я никогда не пробовала такой двухсторонний карандаш для бровей, поэтому ничего не могу о нем сказать. Далее, обязательно рекомендую брать скошенную кисть для бровей, ей очень удобно красить бровки, подкрашивать. И, конечно, рекомендую наши средства для бровей. Это тушь, мой оттенок коричневый, средний получается, так, где-нибудь вам показать цвет. Вот такой вот цвет. Кстати, я себе обязательно закажу такую тушь, потому что у меня она уже заканчивается, и мне она просто уже необходима новенькая. Вот такой будет цвет. Он получается такой натуральный, нейтральный, не чернит, не слишком светлый. То есть для меня он просто идеальный. И этой тушью классно каким образом пользоваться. Смотрите, берете тушь и сначала бровки красите в обратную сторону, то есть приподнимая брови, делаете прокрашивание внутри, а потом расчесываете, то есть опять набираете тушь, если хотите погуще, расчесываете раз, расчесываете два-три слоя получается я делаю, и брови выглядят идеально. Если вдруг вы заметили, что есть какие-то просветы, да, то тогда берете вот эти тени для бровей, кисточку, и в эти просветы, или вы хотите чуть-чуть более четкую линию сделать, форму брови, то берете тот или иной оттенок, докрашиваете, и по желанию можно закрепить воском. Здесь же, кстати, в комплекте идут две кисти для теней и для воска. Это воск как раз немножечко испачкался, потому что я им пользуюсь. Обалденная палетка, я ее очень-очень люблю и всем рекомендую. Далее у нас новинка, это будут средства для маникюра, базовое покрытие пленка. Пленка позволяет накрасить лак сверху и потом просто снять без специального средства для снятия маникюра. То есть вы снимаете как бы покрытие просто с пленочкой. Скажу по предыдущему опыту, когда у нас уже такая пленочка была, первое впечатление было восторг, 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 а через некоторое время я заметила, что ногти начали портиться. То есть все-таки, когда мы снимаем эту пленку, отдираем от ногтей поверхность какую-то, и это мне не понравилось, я перестала пользоваться. Я не знаю, как будет это средство, но надеюсь, что оно будет лучше. И все же это средство необходимо для тех, кто любит блестки, потому что блестки стирать очень тяжело, очень. Я с ними порой так мучаюсь, что иногда говорю: нет, никаких блесток больше, просто, просто лак, и в любой момент сняла его быстренько и перекрасила. Далее будет ура, быстро сохнущее покрытие, закрепляющее. То есть вот сейчас у меня здесь два толстеньких слоя лака, и я бы их сушила очень-очень долго, если бы не покрытие. Поэтому однозначно этому продукту я всегда говорю да, это нужное, удобное для всех, кто делает маникюр дома. И третий продукт — это базовое покрытие для ногтей. То есть мы его делаем как подложку под лак, если мы не делаем пленку. То есть если вы хотите пленку под блестки, например, то этим уже пользоваться не нужно. Вот. А может быть нужно? Можно пробовать, кстати, делать базовое покрытие, потом пленку. Нет, наверное, так не получится.
Не буду фантазировать и вас вводить в заблуждение. А далее смотрю лаки. Красивые оттенки, их очень много. Многие повторяются. Мне кажется, они даже по названию все повторяются, просто изменил форму флакон. И появились какие-то вот незнакомые мне названия, хотя, может быть, я и пропустила, потому что в последнее время я мало смотрела на лаки. Если вы следили за моими видео, я показывала, у меня было около 70 лаков, поэтому я решила просто немножко приостановиться. Далее, выходит новая тональная основа, увлажняющая. Она заменит нам Aqua Boost, хотя это тоже будет название Aqua Boost, но предыдущую заменит. И я думаю, что ее еще улучшат, и обязательно, конечно, попробую. Я эту тональную основу в предыдущем формате очень-очень любила, и даже сейчас у меня еще есть как раз тюбик, я им пользуюсь. Вот, будем пробовать новинку. Далее, у нас здесь есть стойкий консилер, тоже необходимая штучка, я бы сказала, такой помощник в макияже. Он действительно стойкий, и я им делаю маскировку под глазки, то есть я наношу его под глазки. Смотрите, он хороший, плотный, без блеска, матовый такой, то есть делает все очень даже замечательно. И тут же рядышком мы видим тональную основу Everlasting. Это адаптивная тональная основа, у нее отличный выбор по цветам, много оттенков, целых 10. Мой оттенок холодный, подождите, розовый, да, роуз мой, код 35782. Отличный цвет, просто отличный. Смотрите, какой он приятный. То есть он еще и подстраивается под состояние и под цвет кожи. То есть здесь очень сложно ошибиться. Главное, смотрите, чтобы ваш цвет был, например, если под тон кожи холодный, вот видите, у меня здесь вот прям синие такие венки, то есть у меня кожа холодного оттенка, поэтому я выбираю всегда из холодных. Если у вас теплый оттенок кожи, то выбирайте из теплых, так вот мы упрощаем себе жизнь, да? И вот смотрите, как классно лег тон. Все, его не видно, он растворился, он исчез, и осталась ровненькая кожа, и венка практически полностью исчезла. То есть он обладает хорошим кроющим покрытием, стойкостью, он достаточно незаметный, то есть он не бросается в глаза, не забивает поры, что очень важно. Поэтому этот тон я тоже смело рекомендую, пользуйтесь. Но если вы любите более легкие, такие прозрачные оттенки, то вам, конечно, нужно будет Aqua Boost. Это однозначно, он легче будет, более прозрачный. Стики. Стики я только начала пробовать. Буквально сегодня я делала первый тест-драйв с этими стиками. Что я хочу сказать? Ожидания оправдались. Знаете, как бывает, ждешь чуда какого-то, а оно не происходит. А вот здесь все мне понравилось. Я румянами сделала макияж на щечках, на глазах и на губах. То есть я полностью сделала практически, да, себе тени, щеки и губы вот этим цветом. Что я добавила? Я на веках добавила просто немножечко теплого оттенка матовых теней. При этом как-то макияж не собрался, веки ровные, гладенькие, то есть мне все очень понравилось. Контурингом я подтянула себе овал лица. Кстати, пользовалась первый раз контурингом, я не очень умела еще в этом деле, но мне понравился результат. То есть я нанесла контуринг так по контуру прям, и потом немножечко прошла спонжем с тональной основой, как бы замаскировала его, но реально появилась тень, появилась другая форма лица, более ровная, гладкая и красивая. И хайлайтер, посмотрите, какой деликатный, немного с розовинкой, такой приятный блеск, специально крашу побольше, чтобы вам как-то вот было лучше видно. Вот, я думаю, что вам должно быть хорошо видно. Так, и далее, что у нас получается? Есть еще один продукт, бронзер, но бронзера у меня нет, я его не заказала, и продемонстрировать его вам не смогу. Но я думаю, даже уже из этого понятно, то что они классные, эти стики, и они абсолютно без запаха, то есть абсолютно без запаха. Далее,
Обязательно обращайте внимание на этот разворот, где нам предлагают заказать набор за 69 рублей. В набор входит каталог следующего периода номер 13, пробник новинки Glacier Air, мужская парфюмерия, пробник кремовой помады On Color в оттенке мягкая корица и пробник сыворотки Энергетика для лица против первых возрастных признаков NoveAge. Это будет новинка, потому что я это вижу впервые, и меня удивил вот этот вот цвет тюбик, цвет коллекции, то есть будет что-то новое при первых возрастных признаках. Да, мне надо, я хочу, у меня, правда, уже не первые признаки, но все равно интересно. И у нас выходит новинка, новый аромат уже в привычном нам флаконе, серия Валяре расширяется. Я вам показываю беленькую Валяре Форева, потрясающий вкусный аромат, где малина, белая роза и сахарный миндаль, но этот аромат весенний, просто весенний. Новый аромат я уже продегустировала, и я хочу сказать, какой он у меня вызвал настроение. Он женственный, мягкий, очень нежный, пудровый, то есть он как бы очень похож на аромат, который был как-то давным-давно, и он назывался My Naked Truth, по-моему. Я могу неправильно сказать название, но если вы давно в Oriflame, вы точно этот аромат знали. То есть вот что-то такое, то есть на коже как будто бы вот что-то, хлопок такой вот. Ой, очень приятный аромат. Но я хочу сказать, что это все-таки не мой аромат, и я его вряд ли себе буду заказывать. Ну, конечно, еще подегустирую. Но я больше как-то люблю такие, не знаю, свежие. Для меня слишком яркая роза в этом аромате. Но речь не обо мне. Я рекомендую всегда покупать пробники и пробовать на своей коже аромат, потому что на каждой коже аромат раскрывается абсолютно по-разному. И я сейчас покажу несколько флакончиков, которые вот у меня есть, чтобы вы имели представление, как они выглядят. Стройняшки Divine, Divine Idol и Divine Royal. Вот так они будут выглядеть, стройные красивые ароматы. Меня удивил Divine Idol, я его как-то раньше не записывала в список моих ароматов, то есть я его как бы не идентифицировала как мой аромат, а тут так неожиданно получилось, что вот он стал моим. Я его просто раскрыла для себя с необычной стороны, то есть мне этот аромат очень понравился. И потом я посмотрела его описание, думаю, да, действительно очень сильный такой крутой аромат. А вот Divine Royal, хотя и относится к восточным ароматам, он все же не такой восточный, как я представляла всегда, что восточный — это пряности, это сладости, это так тяжело и густо, а этот он такой легкий, такой прям вот как будто, знаете, вот такая вот мягкость, нежность. Ну, надо пробовать. Заказывайте пробники, пробуйте, чтобы вам он нравился, этот аромат. Это мой любимчик Giordani Gold Essence. Обалденно вкусный аромат. Очень люблю аромат Eclat Mon Parfum. Я вам его уже показывала. Я единственное, у меня бантик порвался, я его так не зашила. Он без бантика, а с бантиком он еще более красивый смотрится. Ну ладно, даже без бантика он мне все равно нравится. Poses The Secret, вот такой красивый флакон, богатый аромат, такой стойкий, такой красивый, такой дерзкий. То есть с этим ароматом я сразу заявляю себе, что я супер женщина. Вот я так его считываю, как бы я так себя в нем чувствую. Далее, у меня никогда не было аромата My Little Garden, но я сейчас терла страничку и поняла, что я его хочу. Я хочу какой-то вот этой зелени, вот этой легкости, девичества, и мне почему-то его очень хочется. Возможно, я его закажу и буду пользоваться с дочкой вместе. Из этой коллекции я ароматы не пробовала. Девочки, извините, и мальчики, даже ничего не могу сказать, нет у меня личного впечатления и переживания об этом аромате. Вот, так что нюхайте, пробуйте, заказывайте, предложения классные, глаза разбегаются. В этом каталоге действительно очень много интересных предложений на парфюмерию.
Так, невидимый гель для укладки волос. Это для наших мужчин. Мужчины сейчас действительно поражают своей ухоженностью, стилем. То, что они стали у нас такие интересные. И хочется просто сказать, да, круто, когда мужчина ухожен. Это приятно. И мы должны этому все-таки способствовать. Потому что если не мы, то кто? Да, редкий мужчина сам себя будет обеспечивать всеми вот этими вот штучками. Да? А если мы хотим, чтобы наш мужчина был красивый, то мы можем постараться. Так, что у нас здесь выходит новенькое? Будет набор по уходу за бородой и усами, лосьон для украшения бороды и масло для ухода за бородой. Вы знаете, у меня Миша все Элио мое масло таскает, но теперь у него будет свое собственное масло, пусть укращает свою бороду с помощью специальных средств. Так, это все же для мужчин продолжается у нас продукция. Парфюмерный спрей, кстати, где-то видела еще один, мне кажется. Нет, мне кажется. Так, парфюмерный спрей, кстати, очень хороший вариант для тех, кто вот любит большие объемы 100 миллилитров, любит легкость, любит, чтобы быстро и легко, как бы, вот мне нравится этот аромат. Так, здесь у нас шариковый дезодорант, шампунь для волос и тела и хороший кусок мыла 100-граммовый для мужчин. И мыло такое плотное, крепкое, дает классную пену и при этом хорошо очень пахнет таким, такой свежестью. Он с ментолом, поэтому это логично. Пена для бритья и умывания 2 в 1. Далее увлажняющий гель после бритья. Но вот у меня Миша не бреется в последнее время уже несколько лет. Он ходит с бородой, поэтому нет у нас впечатлений собственных от нашей семьи от этих продуктов. Зато мы очень любим маску-пленку, пользуемся всей семьей, и у нас прям вот тюбик за тюбиком улетучиваются. Вот чем хороша эта пленка? Она хорошая пленка, ложится, да, ее надо плотно прокрывать Т-зону, то есть места, где жирная кожа. Она хорошо чистит поры, видите, она прям черная-черная. У нас тоже есть видео, как мы ей пользуемся. Она хорошо чистит поры, лицо после нее прям дышит, свежесть, такой комфорт. Мы довольны этой маской. И единственное, что неприятное впечатление первое, когда ее только вот прям открываешь, наносишь, есть запах спирта. Но он быстро-быстро улетучивается, нас он не беспокоит. Но если вы принципиально не любите такие вот резкие запахи, то вам, возможно, такая маска не подойдет. Вот, а мы ее очень любим. Далее. Мужской набор Novage. У Миши такой набор есть, и он так долго им пользуется. Мужчина все-таки не так вот, как мы и утром, и вечером, но 3 раза в неделю он точно проделывает весь курс, и ему нравится, кожа изменилась однозначно в лучшую сторону, и мне нравится, и мне очень нравится этот аромат. Про аромат Skin Pro Sonic, это 3 в 1, у нас 3 насадки. Одна насадка силиконовая, скрабирует, массажная и очищающая. Вот есть у меня все 3 насадки, они идут в комплекте. Очищающая я пользуюсь реже всего, мне не очень она нравится. Мне вот предыдущая насадка нравилась больше, которая вращалась. То есть предыдущий аппарат, здесь как-то он разбрызгивает немножко, мне не очень комфортно. Вот зато эти две, особенно массажная, у меня часто в ходу. Массаж я обожаю, я наношу крем и делаю массаж, то есть пока крем густой, жиденький, то есть по нему скользит вот эта вот насадка, идет бешеная такая вибрация, и кожа насыщается кислородом, кровообращение усиливается, крем лучше впитывается и, естественно, лучше работает. Поэтому я рекомендую этот аппаратик и рекомендую брать его со скидкой 50%, если вы в премьер-клубе, потому что цена не низкая достаточно, да, но все-таки хочется такой аппарат иметь, мне кажется, каждой девушке и женщине. Так, мужские ароматы. Лидер у нас был. Отличный аромат, прям рекомендую смело. Никогда мы не брали из серии Men's Collection для Миши, но у меня клиенты брали в основном вот этот аромат Dark Wood, очень популярный, прям нравится. Далее, мужские даже, не буду много говорить, я очень люблю Eclat Louis, очень классный аромат Flamboyant. И на него потрясающая скидка, просто потрясающая. И
красивый аромат мистер Джордани Аква, вот как раз он у нас есть, но я могу сказать, что все же это немножечко не мой аромат, и он меня не, как сказать, не вдохновляет так, как бы хотелось. Да, он неплохой, он интересный, вот, но, возможно, просто не мой, а так, конечно, хотелось бы, потому что я очень люблю серию Джордани, и по стойкости он очень стойкий. Опять же, нужно дегустировать и пробовать его на мужской коже, потому что если вы нанесли на себя пробник или своей рукой потерли, у вас все равно по-другому будет аромат, нежели от вашего мужчины. Ох, как много всяких ароматов классных, но мы уже перешли к разделу макияж. Больше всего люблю говорить о декоративной косметике. И здесь нас ждут несколько оттенков супер блестящих лаков. У меня, кстати, такого не было лака, поэтому я перелистываю страничку. Серия On Color, она нас радует разнообразием. И некоторые продукты, я действительно хочу сказать, что большинство продуктов из новой серии, которые я попробовала, мне очень понравились. Я считаю, что достойная просто коллекция обновилась, и она достойно каждой косметички. Так, это дальше, где-то у меня была помада, сейчас я ее найду, вот она. Вот, я вам хотела показать помаду из серии Сияющий, вот так она выглядит. Вот, у меня мерцающий нюд. Нюд у меня ассоциируется с чем-то очень таким прозрачным, нежненьким. Здесь же, смотрите, не поймайтесь, смотрите, какой яркий, сочный цвет, буквально вырви глаз. Я не знаю, почему его назвали нюд, то есть для меня это загадка, но цвет мне однозначно нравится, и я им пользуюсь. Он мне очень идет. Мне понравилась помада по качеству, то есть она тоже достаточно плотненькая, если сравнивать, вот, ну, здесь мало с чем можно сравнивать, то есть она плотная, но в то же время легкая. Она хорошо питает губы, то есть мне в ней вот все понравилось, как бы я хочу сказать, что удивительно, что за такую невысокую стоимость можно купить хорошую качественную помаду. Так, а здесь нас ждет адаптивный блеск для губ, то есть этот блеск, который перестраивается. То есть вы наносите прозрачный, он становится розовым, то есть через некоторое время он переходит в ярко-розовый цвет. Тоже забавно, очень даже интересно. Так, карандаши для глаз тоже не покажу, но можете посмотреть обзор, у меня есть на канале. И, по-моему, если мне не ошибает память, мне карандаши не понравились. Ну, может быть, это не они. Введите по названию, посмотрите по кодам, потому что была у меня такая встреча, где мы тестировали карандаши, я на модели пробовала, и какие-то оттенки были очень твердые, буквально они царапали кожу вокруг глаз. Поэтому прежде чем заказывать, посмотрите видео, и отзыв был подробный, там все хорошо было видно. Зато показываю точилку, наша невероятно отличная точилка, которая помогает нам затачивать карандаши. Она с контейнером, то есть здесь мы открываем, вот так открываем, вытряхиваем. Вот здесь есть такая вот специальная шпажка, которая позволяет нам почистить все, что вот где-то застряло, прилипло. Это тоже очень удобно. Я, по крайней мере, всегда пользуюсь. И она, получается, у нас работает и... Как ее закрыть-то? Все, запуталась. А вот. И с обычными карандашами, и с очень толстыми. Ну, то есть функциональность у нее хорошая. И точилка по качеству хорошая. Так, тушь для ресничек объемная и водостойкая. То есть у них одинаковые кисточки, но одна будет смываться любым средством для снятия макияжа, а вторую нужно снимать специальным средством для снятия водостойкого макияжа, который, кстати, я забыла взять, чтобы вам показать. Ну, окей, я о нем всегда говорю, если вы на моем канале уже не первый раз, то наверняка знаете, это двухфазная жидкость, чуть дальше я вам ее покажу. Так, тушь для ресниц. Добрались до моей любимой туши. Вот так выглядеть будет тушь. У нее удобная кисть, легкий-легкий изгиб, вот если вы видите. И получается, изгиб даже мы видим за счет верхних щетинок, которые более длинные, а нижние очень-очень коротенькие, то есть буквально это какие-то прям маленькие щупальца-невидимки. Что делает эта тушь? Она прекрасно поднимает ресницы, удлиняет, расчесывает, прокрашивает, дает объем, то есть она делает ресницы очень красивыми. Я за это люблю эту тушь, она хорошо носится на ресничках. Есть два оттенка, черный и темно-коричневый. Темно-коричневый, он
очень хорошо идет блондинкам. То есть у кого светленькие, светленькие волосы, кожица светленькая, то черная ресница, как правило, смотрится слишком резко. А вот темно-коричневый так деликатно и так натурально выглядит, мне нравится. И есть также водостойкая тушь с такой же кисточкой. Был у меня опыт, даже я брала эту тушь, она снимается только средством для снятия водостойкой косметики и больше ничем. Добрались мы с вами до теней, и я вспомнила, что я забыла кисточку для теней. Ну, окей. Итак, тени Рэфил, они приходят все по одной штуке в отдельной упаковке. Вот так это будет выглядеть. Вы упаковку вскроете, и здесь будет вот такая вот коробочка, то есть вот такая вот емкость с тенями. Объем очень большой, то есть их хватает надолго-надолго. Качество теней мне нравится. Некоторые чуть-чуть пылят. А пылят — это значит, когда кисточкой набираешь, то вот немножко осыпается. Но я хочу сказать, совсем чуть-чуть, и не доставляет дискомфорта. Тени насыщенных оттенков, разнообразие выбора огромное. И есть вот отдельные палетки, которые покупаются специально пустые, и в них уже закладываются те цвета, которые вам нужны. Вот пылит самый бежевый нюд, вот он здесь сверху, второй сверху, вот он пылит больше всех. А больше у меня претензий как бы к теням нет, видите, он даже насыпался сюда на небесный голубой. Кстати, небесный голубой, он очень красивый, смотрите, он в золото с голубым, получается какой-то хамелеон, как будто даже в зелень немножечко. Это очень красиво на глазах, я не ожидала, я думала, будет вот таким голубым, но в деле он вот прям, смотрите, зеленцу такую легкую дает, видите, как это красиво. На веках бесподобно, я всегда получаю море комплиментов, когда пользуюсь этим макияжем, но он не всегда мне подходит, потому что как-то обязывает какую-то в гардеробе, чтобы присутствовало что-то голубое, да, таких холодных оттенков, а меня сейчас больше привлекают теплые оттенки во всем, но не всегда. Так, убираю. Палетку можно заказывать, можно не заказывать, это по желанию, можно хранить вот так вот отдельно тени. У меня, кстати, еще несколько таких теней отдельно, и я их периодически вынимаю, какие-то вкладываю. То есть сейчас у меня здесь подобраны те цвета, которыми я пользуюсь чаще всего. И вот мои любимые — это вот этот матовый, он называется матовый, матовый, где он? Что-то я его не вижу, но это не матовый латте, а может быть, это матовый латте как раз. Ладно, не буду вас путать, а то вдруг это не он, потому что эти тени я покупала первыми, этот оттенок и этот, это была моя первая покупка. Потом вот эти два оттенка тоже очень нравятся, такой вот легкий и невероятный цвет серый, вот он, благородный серый. Ага, очень классные оттенки. Все, закрываю. Тени рекомендую, потому что они хорошие и ложатся хорошо. Вы всегда видите меня, мой макияж, он обычно сделан именно этими тенями, очень редко другими. И праймер. Зачем нужен праймер? Для того, чтобы тени выглядели более эффектно и еще лучше тушевались. Вот сюда положу праймер. У меня, кстати, он почти заканчивается, но я уже купила новый себе заранее, потому что я часто пользуюсь праймером. Мы его наносим на века. Вот эту каплю достаточно на 2 века, то есть немного, немного. И давайте возьмем тени, я вам просто покажу разницу, пальцем прям буду делать. Вот смотрите, я нанесла тени на сухую кожу и нанесла тени на праймер. Да, без кисточки сложно, но сейчас поймете, видите, что получается. Здесь более прозрачно и легко, и на веках практически не будет видно макияж. Здесь же получается такая фиксация, плотность покрытия уже более стойкая и цвет насыщеннее в несколько раз. Поэтому я все время какую-то делаю подложку по тени и никогда не крашу их просто на сухое веко. Мне не нравится эффект, то есть я не вижу того, чего я жду. Вот, немножечко показала и, надеюсь, убедила вас, то что праймер необходим. Хватит вам его? Ну, у меня он года полтора уже точно, и там еще много достаточно. То есть еще хватит мне на какое-то время. Дальше. Вот, как раз мы добрались до средств для снятия водостойкой косметики. И цена такая, я вижу первый раз.
Уже сколько лет я пользуюсь этим средством, все время цена со скидкой примерно 329-349, но чтобы 259, такого я не видела. Конечно, буду покупать много, потому что я только им снимаю макияж. Было у меня и розовое средство для снятия макияжа, но вот оно не снимает настолько глубоко, что прям вот между ресничками вынуть всю подводку или карандаш, тени, которые впитались, вот и мне не удается. А этим средством я снимаю полностью весь макияж, надо хорошо взболтыхать, нанести на ватный диск, прижать, подержать. У меня, кстати, есть на канале видео, где я как раз вот делаю сравнение: мицеллярную воду я брала, гидрофильное масло и как раз вот этот продукт. Посмотрите, интересное сравнение получилось. Так, далее. Закрепляющий спрей для того, чтобы сделать макияж более стойким. Вот так выглядит спрей. Кстати, я купила, сама им не пользуюсь, потому что у меня макияж не плывет. Но было время, когда я ходила в спортзал и испытывала это средство, и оно действительно работает, то есть макияж с ним держится замечательно. Даже я сходила и в сауну, ходила и в хаммам, и плавала в бассейне, и на йогу, и на пилатес. То есть были дни, когда я прям загружала себя по полной, и этот спрей просто справился на ура. Поэтому если кожа жирная, если макияж плывет, надо пшикнуть куда-то, да, вам показать. То есть это вот просто брызгаем так и даем ему впитаться, все, и он зафиксирует макияж. Поэтому, девчонки, если ищете как-то способы, как улучшить свой макияж, то вполне возможно, этот продукт именно вам и нужен. Вот он высохнет, и все, и впитается. Так, дальше. База под макияж очень-очень блестящая. Очень блестящий. То есть если мы наносим эту базу, потом сверху тональную основу, получается, как бы изнутри кожа вся светится, переливается. Я бы даже рекомендовала этот продукт наносить уже на те места, где вы обычно наносите хайлайтер. Да, то есть тут нанесли, где вы хотите, чтобы подсветка была, потому что она, мне кажется, не нужна на всем лице такая подсветка. Вот, и потом наносить. Пробуйте, экспериментируйте. А вот праймер, он делает лицо, наоборот, матовым и сужает поры, и по нему чудесно ложится тональная основа. Так, следующая страничка — это АЗ-крем, и я вам покажу гидромат для жирной комбинированной кожи, который, матируя, увлажняет. Вот такой вот тюбик тональной основы. Капельку нанесу. Ой, большую каплю нанесла. Ну окей. Замечательный тон. Легкий, удобный, мобильный. У него столько всяких приятных сопровождающих факторов, то есть он увлажняет, легенький, он выравнивает, он не собирается в порах, он очень хорошо, наоборот, поры маскирует, он и подсвечивает кожу. Вот сейчас он питается, и вы посмотрите, как он заработает. Надо его распределить. То есть он защищает от негативной внешней среды, у него высокий SPF даже 30, то есть он... Ну, очень хорошо. И самое главное, не содержит масел и не забивает поры. Вот, смотрите, вот он исчез. И да, я вижу, тут я двигаю рукой, и легкий перелив. Но он настолько легкий, конечно, просто кожа будет выглядеть более ухоженной и красивой. Далее, это наша палетка. Палетка с хайлайтером, с румянами и бронзером. У меня она уже на 75% закончилась. У меня остался бронзер, чудесный оттенок бронзера. Видно? Вот так вот покажу. Угу. Хайлайтер кончился полностью, потому что я обожаю этот хайлайтер. Так, как бы мне его достать, вам показать? Нет, я уже не могу его достать, все, он уже кончился. Давайте вот здесь вот его выложу. Он такой нежно-розовый, просто такой классный. И румяна, посмотрите, какой хороший цвет румян. То есть я делала каким образом: я брала кисть и все три смешивала оттенка, потом наносила на щечки и остатки по всему лицу. У меня получалось такое красивое лицо. И здесь вот есть подсказки, как по отдельности использовать, то есть как, куда там наносить, чтобы не ошибиться.
Да, рекомендую. Да, хочу сказать, что она классная, но она без скидки, зря я вам про нее распылялась. Ну, зато здесь очень хорошие кисти. Кисти нужно брать хорошие, потому что чем лучше кисть, тем приятнее делать макияж. Ну, а следующая страничка у нас для губ. Праймер. Вот у меня праймер как бы не зашел, он не произвел на меня какого-то особого впечатления. Ну, наверное, потому что у меня достаточно хорошее качество губ. То есть мы его наносим, его не видно. То есть он просто вот прозрачный, как, не знаю, любой бальзам. То есть он не чувствуется, не утяжеляет особо губы, как бы простой. Сверху мы наносим помаду. И вот, девчонки, у кого губы сухие, шелушатся, вот они в восторге от праймера. У меня таких проблем нет, я не даю губам шелушиться, потому что зачем мне доводить до такого? Я постоянно бальзамчики делаю, массажик на губах, ну и губки, смягчашечки наши. Вот говорят, что более стойкий макияж губ, то есть держится помада весь день. Ну, не знаю, просто не мой продукт. Зато мне очень нравятся наши бальзамы мультиактивные, они действительно хороши и с SPF фактором 8 дают легкую защиту. То есть надо за губками просто заранее ухаживать. Так, для ухода за ручками. Тоже у меня есть на канале прям отдельное видео, где я показываю, как я делаю маникюр. То есть маникюр я всегда делаю сама, и вот сейчас тоже. И я показываю, какие я использую средства. И мой любимчик маслица для ухода за кутикулой и ногтями. Очень люблю пилку нашу четырехстороннюю. Так, что еще вам похвалить? Этими я не пользуюсь продуктами. Пам-пам-пам-пам. Поехали дальше. И, кстати, можно делать маникюр специальным аппаратом, который у нас представлен на 97-й страничке, или просто пилочки, щипчики с помощью масел убирать кутикулу. Вот у меня как-то не прижился способ вот такой механической обработки, но я все больше думаю о том, что надо к нему вернуться, тем более, что у меня классный набор, есть тоже подарок от Oriflame. Возможно, я и как раз и вернусь. Так, здесь у нас серия Giordani Gold. Тени я пробовала, есть видео с тенями на канале, роскошные, но нет у меня лично теней, я как-то набрала много Rayfield теней, других серий, и до этих просто не дошли руки. Зато у меня есть гелевая подводка, я знаю, что многие от нее в бешеном восторге, просто говорят, что это лучшее, что случилось с ними в жизни, но не со мной, потому что я не люблю, когда надо вот так вот взять отдельно кисточку, повозюкать ее здесь, потом нанести подводку. Давайте прям по теням вот так сделаю. То есть для меня это неудобно, но я все-таки ей пользовалась немножечко, она очень экономичная, и, конечно, по качеству она очень хорошая, очень, просто с большой буквы. То есть она и, смотрите, какая выразительная и красивая, и не очень у меня удачная стрелка получилась, потому что кисточка сухая. Вот так вот. Очень хорошая подводка. Если вас не смущает такая форма, то что надо отдельно кисть купить, а баночка вот так будет, кисточку надо куда-то убирать, то это ваш продукт, но не мой, к сожалению. Просто лежит для того, чтобы вам показывать. Далее. А вот этот продукт. Сейчас я найду, куда я ее спрятала. Вот. Это жидкая подводка. Да, это я обожаю. Она очень красиво сделана. У нее удобная длинная кисть. Смотрите, как она. А я прям рядышком ей сделаю. Ей мы берем раз. Хотите потолще, добавьте. Оп. Единственный момент, который нужно знать, то что она быстро сохнет. То есть я ее набрала. Вот если я затормозила и буду долго-долго что-то подкрашивать, вот выводить, например, кончик, она высохнет моментом. То есть я уже дальше не смогу ее вести, мне нужно будет ее опять набрать и уже дальше провести. Ну, уже видно, как это красиво. И она, знаете, как снимается? Лохматками. То есть как одежда, как вот есть у нас тушь термостойкая, которая смывается горячей водой, и это также вот как-то вот ошметочками смывается. Но мой выбор, конечно, такая жидкая подводка, я ее рекомендую всем, мне она нравится. Так, тушь для ресниц, к сожалению, я вам не покажу, потому что я не пользуюсь тушью Giordani, почему-то мои ресницы не любят эту тушь. Но зато я вам покажу помады и карандаши, у меня есть все карандаши, все три.
Начнем с гордении. Это самый светлый карандаш. И хочу сказать, что вот тут нанесу, что вот на руке по тону он хорошо рисует. Но если губы чистые, то очень плохо. Уже нет такого вот кайфа. То есть как я им крашу? Я наношу тон, а потом контур. Здесь, кстати, есть кисточка. Наверное, это очень удобно, но я никогда ей не пользуюсь. Может быть, ей тушевать или помаду наносить. Вот оно мне бездействует. Так, роза. Роза та же самая история. По тону все шикарно ложится. Так, вам видно? Так, сделаю. Все очень хорошо, красивый цвет, такой хороший розовый, не яркий, не малиновый, то есть прям вот настоящий розовый оттенок, но на губах рисует плохо. Если вот, ну, тут хорошо, ну это ладошка, совсем другая кожа, на моих губах рисует плохо только по тону, опять же. Зато мак, мак всем макам, мак, это просто песня, а не карандаш. Легкое прикосновение, и у вас губы уже шикарные. Легкая, легкая в любом месте. Можно затушевать все губы и просто оставить как помаду, но единственное, чуть-чуть суховато. Можно так нарисовать губы и капельку блеска положить, какого-то нейтрального. Понимаете, да, о чем я? Вот какие я вам губки рисую. Все, я соскучилась по рисованию. Сейчас буду вам рисовать. Поэтому, да, карандаши хорошие, но серия The One выигрывает карандаши намного круче. Так, помада. Есть у меня помада золотистый менный, 58 оттенок. Давно-давно у меня уже эта помада. Я ей не пользуюсь, мне не очень она идет. Не знаю, или надоел этот цвет. Одно время я прям только такими пользовалась. Посмотрите, какая она красивая. Почему я вот ей не пользуюсь, не знаете? Ведь это идеальный цвет для рыжей такой вот девушки, как я. Буду пользоваться, все, уговорили. При том, что мне очень нравится качество этой помады. Так, далее, у меня есть, нету матовой такой помады, к сожалению, мне она очень нравится. У меня есть, кстати, отдельное видео на канале, где я все 10 помад тестирую. И я бы, знаете, какую себе взяла? Нежный имбирь мне тогда очень понравился. И я еле удержалась, чтобы ее не купить. Так, и показываю вам жидкую губную помаду Эликсир. У меня самый темный оттенок, темная слива. И тоже храню его для того, чтобы вам просто показывать, насколько она красивая, эта помада. Удобная, она приятная на губах. Просто вот было буквально года полтора-два назад, бум! Бум-бумный на эти помады, вот темные. И я, конечно, покупала все пачками для дочки. Вот она очень любила. Но она немножко покрасилась, когда первый раз она и начала пользоваться. Она мне сказала: мама, я даже не думала, что когда-нибудь мне повезет, и я попробую такую классную помаду, что она меня полностью устраивает, как она лежит, ложится, какой цвет. Ну вот мода прошла как бы на такой темный оттенок, и помада лежит. Кому надо, приходите. Так, далее. Giordani Gold. Это основа Эликсир. Антивозрастная. Под макияж. То есть она дает тоже вот это вот сияние, подсветку, как хайлайтер. Кушон. Кушон. Вот так выглядит кушон. У него есть зеркало. Есть губка, которой я, кстати, не пользуюсь. Вот она лежит тут. Я пользуюсь спонжем специальным. И здесь вот губка пропитана этим тоном. Видите? А какой он классный, он просто сразу омолаживает лицо, и ухоженно выглядишь. Ну вот мне очень понравился продукт, и вам повезло, кто его давно хотел, с какой он огромной скидкой в этом каталоге. Это удивительная такая скидка, потому что они стоят дорого, и в других фирмах они тоже очень дорогие, эти продукты, но оно того стоит. Я рекомендую попробовать. Так, пудры у меня такой сейчас нет в использовании, зато я вам покажу стик. Так, кто здесь падает? Стик румяна. Покажу вам оттенок розовое золото, потому что это мой любимый оттенок. На лето я им делаю макияж. И я часто показываю ролики, где использую как базу под тени. Смотрите, какой цвет.
Вы просто посмотрите, как это красиво все переливается. Красиво румяна, красиво на губах. А база под тени или просто как отдельные тени я вот так наношу. Потом беру вот этот оттенок розовое золото. Смотрите, кистью, конечно, я забыла кисть. Сверху прохожу розовым золотом, потому что иначе они свернутся. И можно сделать стрелку и ресницы накрасить. И получается бесподобно красивейший макияж. Представьте, как это эффектно. Эффектно, красиво. И реснички. Махнули ресничками. И вот это все сияние, перелив. Добавьте капельку на щечки. Накрасьте губы. И сверху на помаду, тоже прям вот капельку прям на помаду сверху положите, чтобы вот какую-нибудь взять поплотнее. Вот это, например. И чуть-чуть, да, вот видно. Вот видите, я просто сверху так потыкала, и уже вот это вот мерцающее, это розовое золото, оно уже сверху на помаде. Просто если нанести на губы чисто его, губы сворачиваются на губах. Некомфортно губам, тяжеловато, а если вот чуть-чуть, то классно. И немножко на щечки. Представьте, какой красивейший макияж, это умопомрачительно. Обожаю этот стик, он просто фаворит у меня. Так, дальше, румяна. Я даже не знаю, надо ли их показывать. Я сразу шарики открою. Потому что, мне кажется, про них уже все знают, то, что эти румяна, они хорошие. Но сейчас столько выходит всего и всего, то, что, ну, это классика. И это, мне кажется, всегда будет актуально. И кто любит взять продукты, пользоваться долго, то, конечно, румяна в шариках. А вот эта пудра, она дает легкое мерцание. И кожа выглядит за счет того, что здесь разные оттенки. Смотрите, лиловый, коралловый, золотистый, зеленый, белый. При смешении они дают коррекцию лица. То есть вы на кисть набираете, и уже сверху, когда весь макияж сделан, как бы сверху кладете вуалькой вот это вот мерцание. Кожа выглядит моложе, ухоженно, и они очень вкусно пахнут. Очень вкусно пахнет конфетками прям. Так, ой, сколько я вам всего показываю, даже пол каталога еще не прошло. Вы со мной, мои герои? Напишите в комментариях, как у вас настроение. Так, дальше, тональная основа антивозрастная. Да, конечно, это крутой тон, я раньше только брала или ее, или минеральную, но потом пошло такое разнообразие, что уже невозможно остановиться, все время берем что-то новенькое, новенькое, новенькое. Роскошная коллекция аксессуаров. Вы знаете, я просто вот аж задохнулась, когда это увидела. Я хочу и эту сумочку, я хочу и эту, я так люблю маленькие красивые сумочки, я и эту хочу. Я и вот ту хочу, вот эту клетчатую. Да, конечно, просто что-то невообразимое. Вот таких букашек я не люблю. Нет, было время, когда я хотела что-то такое, но сейчас уже нет. А вот сумочки, да, да, просто что-то нереальное. И еще мне понравился вот этот интересный набор. Часики, конечно, огонь классные. И мне очень понравился этот большой шарф с контрастным принтом. Какой он большой, теплый, уютный, какой цвет. Вот знаете, просто вот я даже не знаю, как мне удержаться, чтобы его не купить. Я буду стараться изо всех сил. И достаточно интересные серьги в этом вот наборе. Сама подвеска мне почему-то не очень нравится. А серьги, да, серьги просто как будто, знаете, спелые колосья. Здорово придумали, невероятно. Далее, и снова возвращаемся к красоте. CC крем против пигментации. Да, отличный. У меня Лера сейчас им пользуется, я забыла у нее взять. Очень хороший крем. Мицеллярная вода. Да, она чудесно снимает макияж, очищает кожу лица. И у нее хороший объем, 200 мл хватает надолго. Скраб для лица прекрасный, мягенький. Вот кто любит именно, чтобы не царапучий был скраб, а такой приятный, комфортный. Вставка в каталог. Давайте посмотрим. Здесь я вам покажу бальзамчик. У меня вот такой есть, коралловый. Он прям, вот знаете... А, вкусный вкус. Я купила из-за запаха. Вот, смотрите, его практически не видно. Вот я его крашу. И вот легенький оттенок. На губах приятный, очень приятный. Далее, помады Color Obsession, серия The One. Бесподобно классные помады. Вот, слушайте, как много в этот раз декоративки. Мне уже даже красить негде. Так, этот оттенок у меня называется...
гранатовый браслет, такой сочный яркий цвет, удобная помада из-за того, что прозрачный колпачок, и сразу видно, что взяли. И второй оттенок у меня, скорее всего, это сейчас название не помню, да, земляничная полянка, это мой любимый цвет, и на видео я часто бываю в этом оттенке, и вы всегда меня спрашиваете, что у тебя на губах, потому что она такая глянцевая, губы выглядят с ней роскошно, очень, очень роскошно. Рекомендую тени для глаз, кстати, у меня есть хрусталь, а я не заметила, что здесь хрусталик будет. Сейчас как раз таким гелем для душа пользуюсь, Дар Афродита. Замечательный гель. У меня есть и спрей такой, и масло массажное. Вся серия мне нравится. Нежный такой аромат, приятный. Я белье брызгаю этим спреем. Масло мы используем для массажа. Просто замечательно. Так, что еще точно нужно брать? Так это гигантскую пену для ванны. 299 рублей, 750 мл. Аромат персика. Очень хороший аромат. С такими скидками. Просто супер. Аксессуары, да, я вам хотела показать эту сумку, смотрите, леопардовая сумка двухсторонняя, то есть ее можно так носить черной стороной, ее можно так свернуть как клатч, и она такая здоровская просто, а можно еще сделать из нее сумку-трусы, как мы это называем, потому что здесь внутри есть вот такие клепочки, вот смотрите, вот тут внутри клепка, и мы вот тут собираем их между собой, эти вот уголочки, сцепляем, и она становится как торбочкой такой. Ну, мы прикалываемся просто, да, говорим и так. Вот такая она получится, более маленькая, более интересная форма. Ну, прикольная. А внутри у нее просто карман один под замком, и сама она тоже на молнии. Замечательная сумка, такая стильная, просто интересная. Так, что еще у меня есть из этого? Да, конечно, платок с лимонами я вам не показала, но я думаю, он уже у многих из вас есть, потому что он классный. Круглая парео, у меня тоже такое есть. Очень-очень люблю вот эти серьги, и они эффектные, очень красивые, но они тяжелые. Если вы не любите тяжелые сережки, то лучше их не заказывать, но они такие красивые, посмотрите. Зато вот эти зеленые, которые я забыла взять, я не заметила их, они очень легкие, и они эффектные и классные. Вот их летом прямо сейчас носить, а эти очень красивые, их можно снять и носить только вот одну вот эту золотюшку, а это все убрать. Здорово сделано, и я их в основном так вот, знаете, на выход, ну, знаю, что это не дискотека точно, потому что уши просто отлетят от этих сережек, они очень тяжелые, а с этими все будет супер. Я рассказываю про то, что я сама пробовала, как вы уже поняли, все перепробовать просто невозможно. Да, классная скатерть у меня такая тоже есть, и очень вкусный этот крем для рук, просто рекомендую от души. Здоровский, сделано то, что в коробочке, классный подарок, да себе приятно такое взять. Патчи. Про патчи есть тоже целое видео на канале, как я их первый раз пробовала, открывала. Они так все запечатаны. Сначала здесь они в отдельной упаковке. Внутри у них пластиковая упаковка, которую тоже надо открывать. Там они все замурованы. Но они, конечно, крутые. У них такой состав. Просто вот найдите состав на сайте и посмотрите, сколько они всего туда вместили. Эффект, конечно, есть. Я их испытывала, знаете, как сделала? Утром проснулась, отекшая какая-то, с мешками. У меня редко такое бывает, а это я была не выспавшаяся, такая, фу, я такая думаю, ё-моё, думаю, дай-ка я патчи попробую. Знаете, вот все, мешочки все стерла как рукой. Мне очень понравилось. Эффект есть. Кстати, и мне очень нравится вот крем серии Optimals для глаз. Вот такой маленький бочонок. Он тоже чудесно снимает отечность. Очень чудесный крем. Я его тоже люблю. Дочка им пользуется, а я иногда тоже его беру пользоваться. Так, здесь у меня ничего нет вам показать. Классная серия уходовая для лица. И я всегда люблю добавлять в уход что-то такое. Сыворотку, бустер, что-то там, эссенцию, дополнительные, все, что можно, ночные маски. Я, конечно, это обожаю. Бустер надо смешать просто с кремом. Такая пипеточка. Вы берете крем на ладошку, капаете две капельки бустера, 2-3. Все это смешивать можно прям пальчиком, я так делаю, или лопаточкой, как вам удобно, опять же, это зависит от того, как вы любите,
И потом переносим на лицо. Мне почему-то очень бустеры нравятся. У меня уже, наверное, третий или четвертый вот этот бустер. И я обязательно буду пользоваться дальше. Следующий я возьму зеленый. Вот, скоро этот закончится. Дальше здесь у нас серия уходовая, более такая питательная. Да, она подойдет всем, кто любит мягкий, нежный уход и доступный. Так, немножечко пролистну уход, потому что про него можно говорить до бесконечности. Кстати, я, знаете, как сделала на канале, тоже прям записывала отдельное видео. Уход, как подобрать уход для жирной кожи, как подобрать уход для сухой, там, для комбинированной. То есть зайдите, прям посмотрите, потому что много-много выбора, и надо знать, что себе брать и что предлагать другим людям. Так, здесь у нас серия Novage балует нас для того, у кого нужно матировать. У кого там Т-зона, да, блестит, пожалуйста, пользуйтесь таким средством. У кого покраснение работает, краснота убирается. Кстати, тканевая маска чудесно восстанавливает кожу. Если вам нужно выглядеть просто вау, просто вот как, знаете, Золушка преображается, делайте тканевую маску, сделайте патчи, нанесите на лицо уход, да, сделайте массаж нашей насадкой скин... Все забыла, как называется, уже язык заплетается. Вот, сделайте все это, и вы увидите, как кожа просто благодарно отзовется и засияет. Пилинг для лица, чудесный пилинг за такие копейки, что нам предлагают. Набор пилинг плюс шикарный мультифункциональный крем с SPF 50 всего за 1300. О, это круто, очень круто просто. Так, про пилинг не рассказала. Наносим пилинг, надо его протереть. Наносим пилинг на кожу толстеньким слоем на 20 минут перед сном. Если знаете, что завтра пойдете загорать, не наносите. Ни в коем случае, не надо. Потому что активные кислоты снимают верхний слой кожи мягко очень. Но кожа становится обнаженной, если вы выйдете на завтра ее на солнце вынесите, то это не будет для нее хорошо. Так, гель против воспаления моментальный, то есть наносите капельки прям точечно на воспаленные места и моментально все уходит. Так, что здесь у нас еще? Очищающий гель-тоник мой любимый. Правда, круто очищает. У нас есть возможность с вами всего за 59 рублей попробовать новинку. Я обязательно буду пробовать, новая серия. Здесь мой любимый коллаген. Пользуюсь, вот притащила все показать, что вот у меня все есть. Я уж очищение не стала брать, то есть у меня и эссенция, и единственное, крем ночной сейчас другой, серии Королевский бархат. Но закончится я опять, у меня уже стоит, ждет этот крем. Подбирайте то, что вам подходит по типу кожи, под вашу проблему, под то, что под кошелек. Опять же, да, вы видите, что цены разные на эти серии вот здесь вот внизу. Поэтому, да, надо подобрать, проконсультируйтесь с наставником, чтобы вам подсказали, какую лучше серию. Астаксантин, да, это тоже для омоложения, для хорошего иммунитета, для вывода свободных радикалов из организма. Наши шикарные витаминчики, коктейли, все это настолько здорово работает и дает классные результаты, те, которые мы ждем и хотим. Но они не мгновенные, витаминами нужно напитать организм. Детская серия. Какая прелесть. Посмотрите, какой красивый дизайн флаконов. Я отдала дочке, конечно же. Да кому мы еще отдадим? Конечно, ребенку. Вот взяла попробовать вам показать. Бесподобный гипоаллергенный продукт. А, какой приятный. Мы наносим маслица, оно впитывается хорошо, да, то есть это для деток, для тех, у кого чувствительная кожа. Какой бальзам, слушайте, у меня такие руки, я просто вся, смотрите, какой бальзам, он прям такой вот пружинит, суперский. Сейчас я тоже вот сюда нанесу на руку, такой нежный. У меня дочка говорит: мама, как мне нравятся эти продукты. Я говорю: ну конечно, пользуйся. Мне кажется, любая мама отдаст своему ребенку все, что ребенок захочет. И конечно, я ей отдала эти продукты, но и сама тоже иногда беру попользоваться, потому что я тоже люблю себя баловать. Вот маслица, какое приятное.
Легкий-легкий-легкий-легкий совершенно аромат, который еле уловимый. И он совершенно, да, не навредит нашим малышам, которые только-только родились, потому что у них еще нет своего вот этого защитного слоя, да, кожа еще настолько вот не готова к внешней среде, поэтому мы помогаем аккуратненько вот маслами, шампунем, специальным бальзамчиком и так далее. Так, кто хочет себе крепкий животик и красивую грудь. Вот, вам нужен такой флакончик этого геля. И нужно регулярно просто пользоваться. Сейчас вот такой гель. Просто все, что мы делаем, даст результат только при регулярном использовании. Если вы будете делать раз в неделю, эффекта не будет. То есть гель совершенно прозрачный, его смывать не нужно. Вышли из душа, нанесли. Помассировали животик, помассировали, да, аккуратно грудь круговыми движениями. Посмотрите, как правильно делать массаж, и у вас будет классная, классная кожа всегда. Так, дальше. Ну, это все, вот это моя любимая серия с лимоном и вербеной. У меня сейчас открыто как раз мыло жидкое на кухне. Чудесно. Я вчера разделывала рыбу. Какой запах был ужасный. И я просто помыла этим лимончиком. Все, руки идеальны, все отмывается супер. Конечно, это мой фаворит. Хотела вам показать пенку. Специально взяла новый флакон. Серия Feel Good. Ой, какая она позитивная. Я обожаю все вот эти гели. Вот у меня как раз гель. Сейчас буду открывать им пользоваться с натуральными эфирными маслами. Смотрите. То есть гель, он просто пахнет, вот такая прозрачная капля, очень пенится, много не нужно, он жиже, чем другие гели в Oriflame по консистенции, из-за того, что натуральные эфирные масла, а пенка, я даже вам сейчас ее покажу, сейчас салфетку достану сразу, чтобы вытереть, а то я уже какой чумазый я человечек, вы, наверное, просто смеетесь надо мной, смотрите, вот так взбили, взбили, взбили. Оп, я прям чуть-чуть нажала. Я просто еле дотронулась. Смотрите, раз. И вот такая стойкая, вот такая крепкая. Посмотрите, какая забавная, ароматная. А, как это вкусно пахнет. Вот смотрите, как это здорово. И вы просто купаетесь. Кожа мокрая, вы эту пенку наносите, она тает и при этом классно купает кожу. Сейчас вытру салфеткой. Это вот просто вот побаловаться, побаловать себя, кому-то сделать классный подарок, создать супер классное настроение. Вот это как раз самый необходимый продукт. Так, станки мне не понравились. Не знаю, мне они просто вообще не подошли, и я от них отказалась. Далее, крема для рук. У меня есть с алоэ. Как раз им пользуюсь. Вот такой крем. Легкий. Питательный, смотрите, как он хороший какой. То есть он не жирный, он тут же впитается, оставит после себя только нежную, мягкую кожу, без липкости, без каких-то там. Вот я люблю такие крема, я все время их беру и пользуюсь огромным удовольствием. Дальше наше любимое мыло. Серия солнцезащитная. А если вы не успеваете загорать или вам лень, то можно использоваться спреем автозагаром. Кстати, очень красивый оттенок загара получается. Я рекомендую просто его. Супер. Далее, тут у нас пошли для волос. О, масло. Масло покажу ночное. Сейчас использую. Смотрите, масла много не надо. Просто смотрите, одна капля это уже очень много. Очень. Вот я на свои волосы 3 капли делаю. 4 максимум. Остальное уже много. Нанесли. Растерли на пальчиках, согрели масло и переносите на волосы. Пахнет бесподобно. Так, у меня салфетка где? Чудесно восстанавливает волосы. Такой получается шикарный уход, богатый, насыщает волосы. И они выглядят лучше, лучше и лучше. Сейчас я использую серию Hair X, как раз климат-контроль. Вот она, голубенькая. Мне так нравится. Очень классная продукция. Некоторые говорят, что им не подошло. Скорее всего, из-за того, что очень концентрированный. Прям очень концентрированный. И надо. Смотрите, какой густой.
Какой шампунь густющий, то есть я вот переворачиваю палец, а капля не меняет даже форму, поэтому его нужно очень-очень мало. То есть я на свои волосы беру прям чайную ложечку, на мокрых ручках вспениваю, переношу на мокрые волосы. Бальзам роскошный, то есть волосы такие мягкие с ним становятся. Ну вот как можно жить без такого ухода? Я обожаю наш уход. Кстати, в последнее время попробовала разные другие компании, мне присылали на обзор продукцию. Знаете, первое впечатление прям так: о, а правда классный. А потом, фу, ничего хорошего на самом деле нет. А здесь и привыкания нет. Все время волосы отзываются и говорят: да, классно, продолжай, уход отличный. И мне нравится сухой шампунь. Да, иногда балуюсь, когда хочется продлить, вот, ну, не мыть голову, например, знаешь, что никуда не пойду, но дома я тоже не могу ходить, как неряха. Я взбрызнула, так потрясла хорошенько, на прикорневую часть волос взбрызнула, расчесала, и волосы становятся, во-первых, приятный аромат, они более пушистые, пышные, объемные становятся, ну и как раз хватает, чтобы завтра уже их помыть. Так, не пробовала укладочные, ничего из этого не пробовала, поэтому переворачиваю страничку, зато краску обожаю. Мой цвет 9.0, если вам интересно, да, то есть вот этот оттенок. Люблю краску. Крашусь сама, на канале есть, кстати, видео, как я крашусь от и до, показываю весь процесс, классные оттенки. А здесь у нас серия Swedish Spa. Кстати, у меня недавно клиентка купила такой скраб для тела, она сейчас занимается своей фигурой, антицеллюлитный массаж, то есть все так прям вот взялась, стройнеет, подтягивается, такая умничка, и она взяла этот скраб специально, чтобы делать массаж, потом наносить антицеллюлитный крем. Она в таком восторге, просто говорит: это нечто, я, говорит, столько перепробовала, ну такого я еще не видела. А мне нравится еще крем-масло, только оно настолько густое, так же, да, как я уже говорила, что его нужно носить на влажную кожу чуть-чуть. То есть вышли из душа, не вытирайтесь, просто можете промокнуть сильные капли и наносите это масло, пусть оно вместе будет впитываться и влагу заберет еще с собой, и, конечно, кожа с ним классная. Так, здесь все для ног, ножки у нас должны быть ухоженные, очень красивые, я люблю вот этот лосьончик для ног, у меня такой есть. Так, это у нас гель для снятия тяжести в ногах, действительно работает, действительно эффект классный, сама пользуюсь. Так, и далее пилочка, мне кажется, это пилка, вот как Oriflame начался в России, вот у меня сразу я покупала себе эту пилку 20 лет назад, уже 21 год, супер просто пилочка. Так, и здесь у нас дезодорант, антиперспирант, и от натирания, тоже хорошая вещь, детская зубная паста и мыльца, щеточки, зубные пасты, этим, конечно, мы всем пользуемся, гели для душа, мыла, супер лосьончик, как я люблю вот этот вот, кокосовая вода и дыня, как он пахнет, вот я уже себе купила его заранее, потому что очень-очень люблю, и рекомендую вот такие пакетики брать. Ой, я забыла крем вам показать, я его просто не увидела, он здесь показан таким маленьким, а он на самом деле большой, то есть он больше маски, то есть скраба. А вот пакетик скраба, его тут много, на два раза точно хватает, пахнет арбузиками всякими там, цитрусовыми, очень крутой. И я эти штуки беру на подарки, я клиентов задариваю, они сразу смотрят на эту красоту и говорят: что это мне? Я говорю: да, это вам, конечно, всем приятно получать подарки. Так, масочки, у меня нет, конечно, ни одной из этих масок, я вам покажу, как они будут выглядеть. Они приходят в коробочке, в коробочке у нас лежит, как ее открыть-то, покажите, вот так, а в коробочке лежит вот такой контейнер, и вам нужно просто будет оторвать пленочку и использовать эту маску. То есть все просто, очень красиво, маски мне нравятся, они такие прям хорошие, все разные, то есть выбирайте на любой вкус. Смягчающие средства, которые я забыла взять, показать, с эквадорской розой. Я его покупала за 199 рублей, он был в каталоге. Вам жутко повезло, всего 101 рубль. Так, и здесь тоже детское мыло и какая-то акция, то есть благотворительная, скорее всего,
для деток. Почитайте, я еще не читала. И когда я увидела эту страничку, у меня просто, как говорят, в забу дыхание сперло. Вы посмотрите, что нам выпустила компания. Это просто веган. Я когда увидела знак веган, я так порадовалась, наконец-то. Кондиционер, шампунь. Так, далее. Крем для рук, очищающее средство для душа, то есть купаться, и мыло обновляющее. Я все хочу быстрее, просто у меня даже нет сил терпеть, когда начнется этот каталог. И завершает наш обзор дезодоранты, которые нужны всем. Фух, кто со мной остался до конца? Ставьте лайк себе, просто вы такие молодцы, я вами горжусь, потому что то, что я рассказывала вам, должно пригодиться в подборе продукции для себя, для клиентов, для любимых, в подарок. То есть, чтобы вы знали, что хорошее, что не очень, что нужно брать, чего не нужно брать. Вот такую я вам создала мощную палитру, все перепробовали, все мазали, все, ой, как маслица хорошо увлажнила кожу, прям супер. Видно, да, разницу? Здесь какая она мягкая, и здесь какая сухая. Вот, все вам показала, рассказала. Спасибо вам за внимание. Пишите в комментариях дополнения, вопросы. Всегда с удовольствием с вами буду общаться. И до новых встреч. С вами была Лилия Донского. Пока-пока.